А ты была в Лхасе? Лхасе нет. В Гималаях была через несколько дней. Непал, да? Снова поеду. Нет, не Непал, именно Гималаи. Сейчас вот в Кедарнат. Ямунотри, Ганготри, Ришикеш и все вот эти гималайские места. И храмы, и места силы, и многократные визиты Индии. В общем, Индия, не то, что я в Индии, Индия во мне, и Гималаи во мне. Сейчас мы что будем слушать с тобой? Мантра. Шри Виттала Гиридхари. Что он должен, мой зритель, понимать в этом? Представьте, что музыка обернута, мантра, но даже если она вам как-то не нравится, претит или непонятно, вообще не имеет значения. Насладитесь музыкой, а что за ней, может быть, достучиться? Ну давайте же послушаем, давайте. Вестник знаний номер 8. Август. 1937 год. Ежемесячный популярный научный журнал. Культурное влияние Индии на кабардинцев чувствуется до настоящего времени. Когда я напечатал по-английски через Всесоюзное общество культурной связи с заграницей черкесскую легенду о причинах солнечного затмения, известный индусский этнограф из Секунда, Рабада, Гулистана, Р.К. Нариман написал мне, что почти такая же легенда есть у индусов. Очевидно, черкесское сказание является переделкой индусского. Карачаевцы и балкарцы. Профессор Ладыжинский. Я не финишу.